33-летняя Ирина Шейк похвасталась новым роскошным нарядом. Звезда позировала вместе с известным мужчиной. Российская топ-модель заинтриговала фанатов провокационным снимком. Ирина была одета в откровенное платье с глубоким декольте, обнажившим ее грудь. Наряд также имеет головокружительный разрез до бедра. Шейк собрала волосы в гладкий хвост и сделала яркий вечерний макияж. В кадре Ирина обнималась с Али Кавуси, известным модным агентом и сооснователем агентства The Lions. Бывшая возлюбленная Брэдли Купера нежно обратилась к своему спутнику в честь его дня рождения. В жизни человека есть друзья, есть семья, и есть друзья, которые становятся семьей. Али, я так сильно тебя люблю. Спасибо, что ты есть в моей жизни, трогательно написала Ирина. Фотография была сделана в ресторане. Многие фанаты звезды предположили, что Ирина и Али были на свидании. Они начали сравнивать Кавуси с отцом двухлетней дочери Шейк, Брэдли Купером. «Ирина, ты просто королева. Самая красивая, не знаю, кто это, но вы отлично смотритесь вместе, очень гармоничная пара, этот мужчина выглядит лучше Брэдли, какой у вас интересный союз. Он тоже выглядит очень ярко», — написали фолловеры. Шейк и Кавуси знакомы несколько лет. Раньше модель тесно сотрудничает с агентом. Во многом именно работа Али помогла Ирине приобрести мировую известность, он находил для нее лучшие съемки и грамотно выстраивал ее сотрудничество с известными брендами. Недавно Ирина похвасталась ночным общением в постели с другим известным мужчиной, фотографом Рованом Папье. На днях Шейк восхитила модных критиков своим выбором наряда для красной дорожки.